игрок, который серьезную нагрузку может тянуть, но вот с «Зенитом» 39% его нападения, конечно, не гениально. Как сейчас, а сейчас снова Мосенский. 5-1, вот такое начало. Белогория с хорошим настроением входит в эту игру, и Андрею Воронкову есть о чем задуматься. Ведь есть прием у «Локомотива» Новосибирского, не могут сняться. А ведь